Так, let's go. Так, понятно, очень смешной мем, это сразу нахуй. Блять, вы прикиньте? Какой только хуйни не бывает в этой жизни. О, тут миньоны ебутся, я это включать не буду, я включу банан. Так, какой банан мы, по-моему, смотрели в прошлый раз, насколько я помню, не? Чё она орёт-то? Наверное, больно же. Почему? Яйца прищемил. Стоямба, смотри, у этого мужика на лбу написано, что я его трахну. Удачной рыбалки. Че за хуйня, бля? Типа, чё, а чё, в чём прикол? Конечно! А зачем здесь столько вилок? А в воде столько пузырьков? У-ла-ла, уи-ви! Уи-ви's like a pack of fucking fruits! А чё тут происходит? Опять баян. Что не включи, баян. Вы слышали, что... Итак, читаю информацию. Очень важная, между прочим. Чтоб все знали. Информация проверенная. Написано на Яндекс.Казахстан. В связи с проведением профилактических работ на всей территории России в период с 15 по 19 сентября будет произведено отключение информационно-телекоммуникационной сети интернет. Так вот, говорится в пресс-релизе Роскомнадзора. В надзорном ведомстве отмечают, что подобные технические работы самые массовые в российской истории. Мама переслала в WhatsApp, поэтому эту хуйню надо верить. Точно вам могу сказать, это не пи***. Мне мама также перекидывала, что будьте аккуратны в транспорте, туда, в общественный, туда, в эти самые сиденья, иголки со спидом тыкают. Поэтому, когда садитесь, надо рукой вот так... Так, let's go. Take a picture of me and use the flash. Wow. Yeah. А ну-ка, там осуждёнка ещё какая-то. It just started showing up a couple of months ago. Now I put the flash on. I don't know how. Фьюсти со вкусом манго-ромашка или фьюсти со вкусом малина-мята. Выбери вкус лета. Охуеть! В общем, ребят, когда... Манго-ромашка неплохо, вот. Да. Пизду, давайте с рекламой смотреть, это прям вообще разъеб полный будет. Ведьмака второго. Очень ждал, очень хотел в неё поиграть. Ну вот только... Времени поиграть никогда не было. Я хотел поиграть потом, когда появится время, все время откладывал. А сейчас назад оглянулся. Уже 10 лет прошло, а я в нее так и не поиграл. Жиза, у меня тоже диск есть, вот который я купил. Я в детстве прям любил покупать вот эти диски все. У меня есть игры, в которые я не играл вообще никогда. Просто вот покуп... Ну как в Стиме, только сейчас ключ запалил. Да уже спи***й давно, забей. Большая писька. О, это, кстати, надо посмотреть. Сука, блядь. Я думаю, реально большая писька будет. Дорогие мои тиктоковцы, я 2 недели не брал в рот. Дед решил молодость вспомнить. 2 недели в рот не брал. Бля, этот чел не будет писькой трясти? Блять. Сука, танцор. Ой, пепсикольный. А это видеосъемка. Сейчас, секундочку. Сука.
по-моему, каждый из нас 1 сентября, нет? Батя должен был сфоткать точно на свой новенький Sony Ericsson, блядь. Нет ощущения, что это картошка, блядь, из истории игрушек, не? Чё вы орёте, краш? Здравствуйте, меня зовут Александр, и я звоню сообщить важную информацию. Вам удобно говорить сейчас? 2 минуты буквально. Александр, пошли вы в жопу. Хорошо, я вас понял. Прежде чем звонить, вы готовы мне ее дать, эту карту? Чё просто так названивать? Это такой ебать вообще разрыв ебаника, пацаны. Смотрите, кто не, ну, не смотрел. Ну, у вас она есть уже? Тут написано, что она у вас есть. Она уже есть. Хорошо, тогда извините за беспокойство, я отмечу. Всего вам доброго. А какому хуй ты звонишь? Отвлекаешь меня, блядь! Звони, я не давай, знаю. Кем, блядь, я... Чего говорить? Я менеджер проекта Халва. У вас есть уникальная возможность получить нашу карту без процентной рассрочки. Вы слышали о ней когда-нибудь? У меня ипотека. Это вообще кек. А, и что? Ну, то есть, тут же... У меня только... ипотека. Карту могут не дать только из-за задолженности. Если ипотека или кредит, то карту одобрят без проблем. Давайте я расскажу о ней поподробнее. У меня ипотека. Я понимаю. Вы карту не хотите, правильно? У меня ипотека. А у нас в квартире газ. А у вас? До свидания. Сука. Ну вы прикиньте, типа, ладно, одно дело, ты угораешь над... которые тебе со Сбера, блядь, звонят, уже не знают, что сочинить, уже и менты тебе якобы звонят, ну, полицейские, извиняюсь. А другое дело, когда у тебя вот ты реально в колл-центре работаешь, и это же, наверное, стрессовая работа, точно вам говорю. Ну, то есть, там такие ебаны, наверное, отвечают, оскорбляют, еще что-нибудь. Мне жалко этих людей, которые в колл-центре ебают. Я думаю, вообще колл-центр должен это убраться, не должно его существовать вообще. Мальчик подрастет и станет новым олигархом. Ах, чего тут нахуй на... нихуя не разобрать? На этот раз только документы и только факты. Ладно, хотя бы разглядел. Слепой. Да не, ну просто видосы, когда, знаешь, по 900 раз их перезаливают. Это мы видели, но это слишком круто. А что за артефакты? У меня видеокарта умирает. Вы это видели, нет? О, блядь, погодите, нет, реально видно, нет? Нет, это не видно. Ну, короче, у меня артефакты нахуй вылезают. Это только на опере почему? Блять, что-то походу ее настраивать. Какой смысл с айфона, если Huawei лучше? Ну не знаю. Но мне кажется, Huawei лучше. Но это баян, да, это баян. Я что-то не помню, что урологи вообще, блядь, нюхают. Это... Ааа, я не нажимал, слава! Ну я не нажимал на славу! Ну какого ху... Ну что происходит? О, засейвился, бля. Зато ноги помыл. Почему на Северном полюсе нет рэперов? Потому что невозможно читать под такой мимо. Что? Что такое анкап? Осуждаю. Это что-то плохое? Что-то плохое означает, по-любому.
Идите, у меня обед. Надо выбирать это все. Подождите. Мне кажется, там вот... У вас тут только за 2 года уплочено. А еще 8 лет. А 8 лет, гражданочка, будете сидеть вы. Майор, доигрались. Вы задержаны за получение взятки. Бля, русская порнуха всегда такой сюжет кринжовый, просто пи***ц. Я чё-то не понял, вы чё-то без штанов тут сидели? Ладно, по***й, всё, скипу. Большой-большой секрет. Мусор. Блядь, и хуй меня так порвало, я не помню. Чё? Пояснительная бригада диванная тут? А чё снюс на корочку от семечек похож, блядь, не? Так это и есть семечки, блядь. Сколько времени, блядь? Здравствуйте. Давно вам хотел сказать, что вы собаки. Что? А вы знаете, что вашу жену 3 дня подряд нет? Вам за 48 минут, 48 секунд, 48 минут. Ну это не важно. Слушайте, я даже если учил, я все равно не хотел рассказывать, я вам так скажу. Такой, думаешь, по-любому что-то в голове пиздюк уебан какой-то едет, блин. Так и должно быть. Пошел нахуй, блять, я тебя сейчас покривляюсь, сынок. Только у меня разлагает, я тебя бан въебу. А хули вы хотели? Кизару треки такие исполняют. Эх, Вадим Зеленый, ты был реально нормальным человеком до тех пор, пока не скинул говно. Ребята, помянем Вадима Зеленого. Мне кажется, знаете, человек, который придумал себе в нике ТВ, он по факту долбёб какой-то, не? Ну, типа, еще там, конечно, есть Зорет, есть еще Оф, но Оф — это гениальность. Ну, типа, официальный, что вы вдруг не перепутали канал-то чей-то. Что, блядь? Носил с собой ствол. Алоха Дэнс ТВ, блядь. Ну а чё, ТВ, телевидение, ребята, вы что? А Твич ТВ лучше? Не, ну Твич-то реально может быть ТВ, понимаешь? Потому что телевидение... В чём прикол? А-а-а, прикиньте. Короче, мама и папа родили сына в 2016 году. В 2018 он повзрослел, в 2021 сын выебал мать. Ай, мудак. Кстати, хорошая шава, что-то выглядело прям бодренько. Постригли короткую классическую стрижку машинкой. Вот. Как асимметрично у нас получился. Типа зимней вишни получилась стрижка. Вот, смотрите, как у нас получилось. Что-то хуевое какое-то название, я вам так скажу, блядь. Скажи на аварском 8000, 888, лягушку окали под мостом.
Микрозад, микрозад, он ходит, Свои подъебали, я уверен. Давно Мелисочка вступила в джим, прикупила бондаж и оплатила вступление 300 бакс. Бля, это вообще пиздец, чё? На первом занятии было упражнение «Fisting Ass». А в конце дня она пьет целую кружку «Семен» от Dungeon Master. Теперь Мелисочка главный гачи-кот и будет доминировать. Чё за ебать? Ты вообще здоровый человек, нет? Говна поел, бля, это вообще просто какой-то, это позер. Ебировать всех, слейв. Я искал тебя вечность, пахнет Диор. Я искал тебя вечность, пахнет Диор. Я искал тебя вечность, пахнет Диор. Я искал тебя вечность, после Диор. Вот это монтаж. Я вот не пойму, это типа дом из досок? Какая-то калитка, блядь. Бомжиха бомжу меня делает и говорит: слушай, Вася, что у тебя член такой вялый? Он говорит: дура, переверни меня, я какаю. Это хуета. Кто первый покажет лицо? Давайте я. Вот мое лицо, надеюсь, я красивое. Да, красивое. Вау. Теперь я. Вот мое лицо. Краш. Ой-ой-ой, какой ты красивый. Алиса, давай теперь ты. Нет, давай лучше ты. Окей. Ну а вот мое. Ого, вау, красивый. Спасибо. Мия, теперь я. Красавица. Так это один и тот же человек показывает. Крашиха. Вау, спасибо вам. Теперь Алиса, давай ты. Давай ты. Окей, вот мое. Стоп, но это не твое фото. Вот доказательство. Она вас обманывает? Тут. Я-то с таким интересом смотрел, и так закончилось все резко. Блин, это просто пиздец. Это неуважение к зрителю, я считаю. Холодную окрошку на пиве. Только без всяких этих овощей, колбасы, сметаны, яиц. Пиво. Я говорю, я сделал все обмана, ебан. Говорят, легендою не стану никогда. У моей охраны есть охрана. Блин, какой-то хуй кек. Ладно, это, ну слушайте, это даже смеяться над этим, что ли, обидно. Типа это нихуя не смешно, плюс 15 каждому, кто ха-ха написал. Пиздец. Я тоже видел этот ТикТок. Мне вот так жалко почему-то стало. То есть, с такими пранками ебаными. Сука. Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на это, и на это. Понял, типа, все позеры съебались, остались нахуй фортнайтеры со мной, бля. Привет, это если что, привет был, типа. Типа вот так. Ну, привет. Ну это пиздец какой-то, привет странный. Но я думаю, он сам его переклинил. Без стука. Куда нахуй? Не-не-не, блядь, не сегодня. Засейвился, бля, по полной, бля. Самая быстрая рука, бля, в России, это я. Здравствуй, Шикамару. Кто это с тобой рядом? Get inside. Так, ну-ка, чё тут? В пизду такие мемы ебаные. Не гоняйте, пацаны. Остаток шоу и без ему. Пацаны, человек на туалете разбился.
Да, блядь, заткнись ты, ёбаный ку... Это любимая песня вашей мамы. Ба-банг, белый эна пау-пау, белый сука попал, его тело пау-пау, я был первый, ай. И чё? Бля, ну это просто говно какое-то. I like you, have a cupcake. Ну-ка. I like you, have a cupcake. Чё приколы какие-то, не понимаю. Чё это за презервативы такие ебучие, с усиками какими-то, пупырками какими-то? В чём прикол? Глубинная бомба, бля. Гандоны для нищих, ага. Вот что я в ТикТоке видел. Тут набор пиздеца какого-то. Ну вот вы поняли, да? Вот, а я смотрю, думаю, что за хуйень вообще? Почему вы с этого ржете, я не понимаю? Так, я, короче, уже не понимаю мемы для зумерочков. Сегодня мои пуфиты будут летать. Сейчас я буду бросать вот эти два поп-ита. Раз, два, три. Опали. Девочка! Это мое! Она хочет забрать! Она мои пуфиты! Мои пуфиты, блин! Она сейчас заберет! Малая зараза, блядь. Оскар, да не, это пиздюки, там по-любому так и было. Вот это имба. Ну и пусть болтаю, чё хотят. Таджиком родился, таджиком умру. Запомни, брат, Таджикистан, бапеш. Please give me cock. Do you have cock? And ask them the price of cock. Что? Это же прям как из хайпового мема «Нюхай бебру». Жизнь теперь больше никогда не будет прежней. Сбебранк. Невероятно. Томография показала, что у мумии отлично сохранились гортани и голосовые связки. Это позволило ученым создать трехмерную модель органов речи и воспроизвести голос жреца. Это какие-то мемы про похороны, ребят. А вот это жиза, блядь. Коронель отца. Ну, единственное, что мне понравилось, это типа вот это сочетание вайбера и какого-то еще трека прикольного. Пацаны, вы, у вас с юмором беды с башкой. Я вот так понимаю, что юмор это такая штука специфическая, кому-то что-то заходит, кто-то сейчас поржал. Но я уверен, что вот с этого мемаса поржали дети какие-то ебаные. Вот. Бля, я думал, это бабка орёт, блядь. Бля, туалет так выглядит, вот туда, ну, даже срать не захочется, вот, туда даже писать, вот, пацану страшно. Я не говорю уже о женщинах, чтобы жопу туда сажать. А чё вот, типа, в оригинале этот ТикТок? Баба просто по приколу решила помахать или что? Ну, типа, в чём прикол? Хуйня.
Бля, это реально Светлана какая-то залила в ТикТок. Лучше меня не злить. Поняли, бля? Бля, прикиньте, я про этот звук вычитал, что это оскорбительный звук. Вы представляете, вот этот свист, это оскорбительный свист. Он является домогательственным, прикиньте, для женщин. Жизо. Ну, вы такие, типа, я тёлка идёт, такой, свистнул, да? А на самом деле это, типа, ну, неприличный звук. Чё вы фукаете? Бля, это страшно, кстати. Прикиньте, вот, блядь, идешь такой ночью, там бабка висит. Вы замечали всегда, кстати, под этими столбами, вот под этими, всегда тропинка вокруг оттоптана, поняли? Ну, типа, вот столб, дорога вот так идет прямо, и вот, сука, в бок постоянно. Ход такой, блядь, везде. Еще мне мама с детства говорила, нельзя там ходить. Дед, блядь, демопанк, нахуй. С 90-х. Блядь, не кричай ничего. Блядь. Я когда-нибудь уйду. Когда-нибудь. Если ты не знал и не понял, что не на спокойном, только кайф. Бля, ребят, когда-нибудь у меня будет 30 тысяч сабов, это я буду ехать и возьму с собой парочку там модераторов. При Иисусе, при Господе нашем, говорю вам, что я готова отдать жизнь за Владимира Владимировича Путина. За это мы видели. Александра Григорьевича. Ибо эти люди следуют заветам моих родителей, которых убили преступники. Мои родители, их убили преступники. Поэтому мне терять нечего. Я готова отдать жизнь за этих людей. Пожалуйста, прекратите всякие гонения против этих людей. А крест зачем вообще, типа? Если вам не нравится что-то в России, уезжайте отсюда. В Польшу, в Литву, в Америку. Сейчас американцы вообще обнагрели просто. Они уничтожают, устроили геноцид русского народа. Поэтому... Что за вбросы, блин? Откуда такие мысли ебанутые? Я не понимаю. Во имя Иисуса, во имя Отца и Сына Святого Духа, молю вас, прекращайте. Ну вот сказала, бля, конкретно. Кто сейчас ха-ха написал, тому бан нахуй. Какой же ебланский мем, просто, бля, рвет меня с него, я не могу, бля. Кому смешно бебры, ну чё это за хуйня вообще, бля? Я ещё понимаю, бебра это когда женскую вагину называют, это ещё смешно, ладно, бебра, бля. Ну, блядь, просто бебра это что вообще такое?